Апошні новини Гомельщини у матеріалах кореспондента у телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталі Ігнатенко. Добрий день, глядіть у гэтым выпуску. Сьогодні у Вецы открылся дитячий дом сімейного типу. У системе ЕРИБ з'явилася новая опция – махчимость оплаты послуг по их индивидуальным коде. Цикл сюжетов про самые видовищные новогодние премьеры протягне репортаж с гомельского цирка. А зараз об гэтым и іншым больше подробязна. Сьогодні у Вецы урачыста открыли дитячий дом сімейнага типу. На его будаўніцтва з обласного бюджету было выделено 320 тысяч деномінованых рублёў. Дом площадью больше 190 квадратных метров, обсталяваны ўсё необходимой меблей, техникой и нават системой відеоназірання. Господарами двухповерхового коттеджа стали Наталья и Миколай Агафоновы и пятеро приемных детей. Молодшему простый день исполнится 3 года. Арсений был в доме малютки, он вообще отказничок. Вот. Его за 3 года никто ни разу не навестил. Вот. Никто. Детям нужна ласка, забота. Самое главное, что детям ласка, забота нужна. Тепло родительское деткам нужно. Гэты дзіцячы дом сімейнага тыпу стаў 42-м па ліку ў Гомельскай вобласці. На наступным тыдні ў рэгіёне з'явіцца яшчэ адзін у Чачэрскім раёне. Сегодня у системы ЕРИБ появилась новая опция – махчимость оплаты послуг по их индивидуальным коде. Гэта допоможе проводить платежи больше хутка и зручно. Шукать необходимую послугу у древе программы больше не треба. Корыстальники системы повинны вызначить список послуг, которые периодично оплачивают. Затем один раз доведаться коды и в дальнейшем вводить их при оплате. Для гэтага достаткова натиснуть «Оплата у ЕРИБ» по коде послуги. Ознайомиться с кодами можно на сайте расчет.by у разделе «Плательщикам. Пошук по послугах и платежах». Державная инспекция протягивает профилактичную акцию «Житё дорожейшее за шины». Супрацовники дорожно-патрульной службы совместно с работниками сервисного центра вызначили, кому за аутоматору треба терминово изменить обуток автомобиля. С приходом зимы у водителя появляется шерох проблем. Снежные заносы створают небеспеку не меньше, чем обледенелые дороги. Колькость аварий повеличивается. Каб звернуть увагу водителя на стан шин, державная инспекция провела профилактичный огляд. Удельники акции могли проверить тиск у шинах и подкачать их. А кроме того, вызначался узровень взносу протектора. До речи, с початку снежня в Гомельской области инспекторы ДАИ выявили амаль 900 водителей, которые не перабули свои автомобили. У тем лику у Гомели 205. Ответственность за неиспользование зимней резины предусмотрена частью 5 статьи 18.22 Кодекса об административных правонарушениях и влечет наложение предупреждения либо штраф до 0,5 базовой величины. Выники года культуры в регионе обмерковывались сегодня подчас промога эфиру программы «Задай питание уладе» на радио «Гомель плюс». Гостью студии стала первый наместник начальника Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молоди Гомельского облвыконкама Ирина Пыркова. Об чем шла размова у эфиры, ведают наши корреспонденты. Культурное житё региона у 2016 году было яскравым и насыщенным. Цікавыми подеями отзначены амаль усе месяцы календара. Одно из наибольш масштабных разгорнулось у вересні у Рогачове. У республиканском святе День белорусского письменства приняли удел деячи культуры, представники дипломатичных миссий белорусских диаспор с близкого и далекого замежа. Гэтае национальное свято демонструе єдність белорусского друкованого слова с вековыми традициями народа. У красавіку у Ельску адбыўся дабрачыны творчы марафон «Адраджэнне», прымеркаваны да 30-й гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Удзел у ім прыняў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка. Галоўная мэта мерапрыемства – дэманстрацыя пераўтварэнняў, якія адбыліся на пацярпелых тэрыторыях, і спроба зламіць стэрэатып іх успрымання як Чарнобыльскай зоны. Яркий самобытный фольклор, народные святы, обрады и рамёствы. Гэта адметная рысы международного фестивалю этнокультурных традиций «Клич Палеся». У чарговы раз ён прымаў гостей у Ляскавичах Петрыковского района. Гэта уникальная махчымасць дакрануцца до духовной спадчыны наших продкаў. Ярко и видовищно на Гомельщине сёлета провели 8-й всебелорусский фестиваль народного гумору «Аутюки». Свято собрало у Липени у Калинковицким районе лепших самодейных гумористов-энтузиастов. Завитали на фестиваль так само коллективы из России, Украины и Молдовы.
Тем часом у Гомелі найбуйнейшей культурной подеи сёлета стало проведение международного фестивалю хореографичного мастерства «Сожский карагод». На сценичные пляцовки выходили артисты из самых разных кутков планеты. По-своему захопляльной была хореография каждой нации, проникненная белорусская, атмосферная прибалтийская, тинапоненная сенсом корейская. Год культуры поступово наближается до своего завершения, але напереди карагод новогодних премьер. Работники установ культуры рыхтуются порадовать юных и дорослых наведвальников. Все учреждения культуры, абсолютно все, буквально с этой недели начинают свои новогодние представления для детей. Многие уже учреждения начали работу с детьми. Это и выездные, это и деревня Бабки Ёшкина, Докобелецкий работает у нас, и все наши театры, все клубные учреждения абсолютно. Все, то есть нужно следить за афишами на любой возраст, потому что разновозрастные есть и для маленьких деток, и для средних деток. И родители могут с удовольствием посетить наши мероприятия, поэтому нужно следить за афишами, покупать билеты и получать новогоднее настроение и удовольствие. Вероника Ворошилина, Виктория Шумак, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Самые видовищные новогодние премьеры первыми наведут наши корреспонденты. Зараз мы расскажем про святочную программу под назвой «Чароўны куфэрак Деда Мороза». На манеже гомельского цирка поветренные гимнасты, эквилибристы, жонглеры и клоуны. Компанию им складают дрессированные перуанские попугаи, японские шпицы, скакуны и одразу 12 суматранских тиграў. Новогодняя программа «Чароўны куфэрак Деда Мороза» – это незвычайная прыгожая казка для детей и дорослых. Захопляльные нумары под куполом цирка изменяются потешными выступлениями клоунов. У пошуках Деда Мороза и Снягурки на манеже ладятся жартовные пародийные репризы, «Труки за огнем» и «Гульни с ледачами». Мы не в первый раз в Гомеле, мы знаем прекрасно, какая у вас хорошая и добрая публика, и поэтому мы постоянно хотим чем-то вас удивлять. Поверьте, на этот раз удивляться многом. Это новогодняя сказка с персонажами, со своими изюминками, загадками. Поэтому мы сделали все, чтобы вот это время, которое зрители сидят в зрительном зале, он не скучал. И для нас самая лучшая награда – это смех, аплодисменты. На манеже цирка свою уникальную здольность демонстрируют поветренные гимнасты, калибристы, жонглеры. Компанию им складают дрессированные перуанские попугаи, японские шпицы и скакуны. Сярод наибольш экстремальных – нумар с арбалетами и эквилибр на канате. Хвалюющая частка цирковой программы – выступление одразу 12 суматранских тигров. Под керавництвом народного артиста России Миколая Пауленки эти пригожие и велишные полосатые акробаты демонструют публице спрыт, силу и особливости своего характера. Программа, представленная у гомельским цирку, покорила сердце глядачов амаль 20 краин свету. Сярод яе распрацовщиков и выканаўцаў народные заслуженные артисты России. У тым ліку ладальник вышэйшай узнагароды престижного сусветного фестивалю у Монте-Карло Миколай Пауленко. Визитная картка гэтага видовичного шоу – захопляльные труки у живым выканании. То, чем славен цирк всегда, и цирк все-таки не поддельное искусство, можно петь под фонограмму. А танцевать и балет и цирк, они вне всякого подозрения, что можно сделать что-то фальшивое. Поэтому, когда подбиралась программа, то главное – это был трюк, чтобы люди работали. Новогодняя программа «Чароўны куфэрак Деда Мороза» у Гомельском державном цирку будет проходить до 30 снежня, а в новом году протягнется с 2 по 15 студеня. Загадковое подорожье у свет циркового мастерства подарит выключно приемные уражения и добрый святочный настрой. Вероника Ворошилина, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Жлобинский центр Олимпийского резерва значил 10-годовый юбилей. Сустреча с его супрацовниками и щирая размова про выники и перспективы работы отбудется сегодня у программы «Добрый вечер, Гомель». Зараз это найбуйнейший объект спортивной инфраструктуры региона. Могутная пляцовка для развития профессийного и массового спорта. Центр объединяет одины в области аквапарк, буйный бассейн, ледовую арену, уласную гостиницу. Як створался спортивный комплекс и какие задачи ставить перед собой
яго супрацоўнікі. Пра гэта не толькі пойдзе размова сёння у праграме «Добры вечар, Гомель» у 19:30 на тэлеканале «Беларусь-4». На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Наталья Ігнатенка. Я і мае калегі жадаем вам удалага дня. Да новых сустрэч у эфіры.